Бусидо. Путь воина. Юка Мията против Казуши Сакурава. Юка Мията самый низкорослый боец. Он сейчас слева в черном трико. А это Казуши Сакурава. Казуши! Ему 26 лет, он весит 200 фунтов, рост его 6 футов ровно. Провел он 9 схваток и у него 7 поражений. Только 2 победы. Вы знаете, после 7 поражений подряд Сакураба реабилитировал себя 2 победами над Марком Сильвером и Ямамото. Но сегодня у него соперник очень опытный. Юка Мията. Ему 32 года, 200 фунтов его вес, рост 5 футов 10 дюймов и целых 24 боя. Он провел 7 побед, 17 поражений. Не очень хорошие показатели, ну что делать. В последнем бою Юка одержал верх над Накано, однако ему явно не помешает еще одна победа. Поединок длится 30 минут, если опять-таки... Не устаю этого повторять. Один из соперников не одержит победу вчистую за счет болевого приема. Еще раз напомню, что сейчас Казуши Сакураба в трусах и в красных защитных наколенниках. А Юка Мията в черном трико, в черных тренировочных штанах и в черных же, естественно, наколенниках. Довольно резво начали ребята этот поединок. Мията более опытный. Гораздо быстрее начало этого боя, нежели был бой Бертона и Ямамото, согласитесь. Все-таки как ни крути, да, Юка Мията провел огромное количество схваток и является одним из ветеранов UWFI. А Сакураба относительный новичок. Конечно, опыт в Бусидо вещь незаменимая. Да, наверное, не только в Бусидо, а вообще в любом и виде спорта, и в боях по правилам, без правил, не так принципиально. Но здесь более молодой Сакураба имеет преимущество в молодости, если можно так выразиться. Но он гораздо моложе Юки Мията. Заставляю сейчас Мията дотронуться Сакурабу до каната в 15-14. И молодость не всегда значит сила. То есть вот такого вот синонима я бы не стал все-таки проводить эту параллель. Поскольку Юка Мията тоже достаточно сильный атлет. Он не первый день в Бусидо. Сейчас опасно очень атакует, смотрите, Сакураба. Ох, гримаса боли какая у Юки Мията. Ну а зачем вот так близко Сакурабе было двигаться к канатам? А чего ради? Надо было дожимать Юка Мията там же в центре ринга. Но увлекся, наверное, атакой Казуши Сакураба. И упустил возможность выиграть этот бой вчистую. Ох, Мията хорошо сейчас оборонялся, когда? В очередной раз очень близко к канатам проходит сейчас поединок. Ничего серьезного быть, конечно же, не может, поскольку, ну, канаты действительно в непосредственной близости. И вот и все, пожалуйста. Юка Мията без всяческих проблем до них дотягивается, до этих самых канатов вожделенных. И все продолжается вновь. Будет, наверное, бросать. Я был уверен, что будет бросать Сакураба. Но Юка Мията, конечно, вот что значит опыт, да? Он был другого мнения и бросил сам. Сыграл, если можно так сказать, на опережение. Пока Сакураба готовил бросок, Мията его выполнил. Очень быстрый проходит поединок. Ох, как здорово сейчас действует Юка Мията. А в солнечное сплетение это проехаться так. Полной ступней. И Сакураба
Сейчас в легком нокдауне. С разворота, вы посмотрите. Если бы не канаты, которые самортизировали движение Сакурабы, то быть беде. Для Казучи. Сакурабе надо срочно что-то предпринимать. Ох, болевой прием. Смотрите, какой сейчас он действует. Активно очень. Но Мията тоже. Мията здорово контратаковал. Смотрите. Вроде бы, да? Сакураба пошел в атаку и намеревался сделать очень неприятные вещи для Юки Мията, но не тут-то было. В очередной раз оказался неудел Сакураба, в очередной раз у канатов. Спасли его границы ринга. Очень техника ударов мне нравится у Казучи Сакурабы и Юки Мията. Здесь, конечно же, в меньшей степени броски, в большей степени работа ногами. Шикарная совершенно. Ох, пошел на болевой опять Сакураба. Не выдержал, не дожал, вернее, вот так будем называть это. А ведь у Сакурабы были все шансы для того, чтобы закончить в очередной раз этот поединок, но опыт и изворотливость Юки Мията спасли от поражения. Юки Мията, вы знаете, чем дольше, тем больше, на мой взгляд, преимущество у Юки. В первую очередь, именно психологическое, поскольку ну, ничего пока Сакураби не удается сделать. Может быть, сейчас. Ну что, получится что-то у Сакурабы или нет? Вроде бы сейчас преимущество, по крайней мере, вот именно в отношении этого приема, у Сакурабы, но Мията, смотрите, как же здорово он уходит от захватов, а? Вот что значит опыт. Напомню, 32 года Юки Мията. И в очередной раз заставляет он Сакурабу дотронуться до канатов. 12-9. Атакует Сакураба, а в итоге канатом мчится опять же Сакураба. Мията какими-то еле заметными, малозаметными движениями заставляет Казучи Сакураба терять баллы. Он сейчас очень здорово выполнил подсечку Юка. И здорово очень работает ногами, конечно. Это фантастика. Ох, как здорово! Ох, как здорово сейчас бросил Юка Мията Казучи Сакурабу. А Сакураба, по-моему, вознамерился закончить этот поединок. Вытащил Юку Мията к центру ринга. Но удастся ли провести болевой? Пока не очень-то видно, за счет чего Сакураба будет дожимать Юку, хотя нет. Лицо Мияты не выражает особого оптимизма и радости, по крайней мере, вот в данную секунду, поскольку все-таки Сакурабе, на мой взгляд, удается что-то сделать, а вернее даже удавалось. Все это можно теперь отнести к прошедшему времени, поскольку в очередной раз Мията находится на ногах и готовится вам провести атаку. Хорошие, очень хорошие ноги у Юки Мията. И как только он начинает атаковать именно ногами, то у него явное преимущество. Ох, как здорово! Нокдаун как минимум. Сможет ли подняться Сакураба? 12-6, но уже, наверное, на счет не имеет смысла смотреть на эти баллы на табло, поскольку, мне кажется, не будет поединок длиться все отведенное время. Ой-ой-ой, ну что, судья, надо, наверное, прекращать бой, нет? Мне кажется, у Сакурабы просто не осталось сил для того, чтобы сопротивляться атакам Мията. И вы посмотрите, ну что, дотянется? Нет! Юка Мията одержал победу, что, как говорится, и следовало ожидать. Не позволил Мията дотянуться Сакураби до канатов. Вполне логичная победа Юки Мията в этом поединке. Опыт взял верх над молодостью. Но вполне вероятно, молодость Сакурабы все-таки когда-то одолеет опыт Юки Мията. Но это будет все в будущем. А пока победителем объявлен Юки Мията. И во время этого поединка, может, один или два раза
только Мията почувствовал какие-то неудобства для себя. А так весь бой шел под его диктовку. Молодец, Юка Мията. 32 года. Самый маленький боец Бушидо, но одерживает победу.